Всем здорово. Мы едем в Головы. Сегодня суббота. Отличная погода. Время у нас 7 часов вечера. В Головы обычно какие-нибудь движники да происходят. А сегодня я слышал, что-то там будет в Саутхилл. Это возле на набережной. Проедем, посмотрим. Если что-нибудь будет, поснимаем. Если ничего не будет, вообще просто прогуляемся. Может, зайдем куда супчика какого чаудера поедим. По бокалу, может, пивка выпьем. Чисто нечего делать. В субботний вечер. Дабы развеять эту вечернюю тоску, так сказать, чтобы не сидеть дома. Так что гоним в Головы. Приехали, короче, в Головы. Машин немного. Ищем движняк. Короче, надо ехать в Саутхилл. Головы пустой, так как вечерами, уже сколько, без 28, вечерами всегда дороги пустеют. Ирландцы рассасываются. Надеюсь, все будет. Надеюсь, мы найдем тусовочку какую-нибудь. Дальше. Едем на набережную, короче, да? Mm-hmm. Это Саутхилл. Salt Lake City, Америка, Кока-Сити. И без вас, уродов, мы сильная страна. Блядь, пиздец. Ты что, блядь, творишь? Ты что, нахуй? Бланка, дорогу смотри. Мало. Ну, едет она, блядь. Записывайся. Мое выражение лица, наверное, записало. Это надо не стирать. Довольно-таки холодно, да? Мы решили не брать свитера, ничего, ни курток, думаем, нормально будет. Короче, здесь дубак, идем пройдемся. Ты кебаб хочешь? Да. Я кебаб и пиво хочу. Я пиво, да. Здесь на набережной кебаб и пиво. Все. Фу. Здесь ветра нету. Хорошо. Короче, мы находимся в Саутхилл. Довольно-таки мрачная погода. Солнце село или за облаками. Сколько время? 8 часов, но уже его не видно. Довольно-таки холодно. Бриз такой морской. Но здесь движника нету. Где надо... Сейчас позвоню Макарычу, спрошу, где туса. Потому что... Да, где-то тут тусовочка-то точно есть. Там даже люди плавают, вон, если видите отсюда. Раз, два, три. Бля, молодцы. Что сказать? В комбинзончиках не так холодно, но все же молодцы. Смотри, вон, в купальнике девка, видишь? Блин, мне холодно здесь. Ну моржи, моржи. Или бухай, или морж. Короче, Макарыч ничего нам дельного не посоветовал. Он сам собирается сейчас на танцы танцевать румба-бумба. И, короче, он не с нами, он не в теме. Я думаю, идем в тачку и проедем еще дальше, да? Поищем что-нибудь. Димон, как тебе Головы? Холодно. Саутхилл. Я сейчас. Саутхилл — это соленый холм. Я сейчас так слышу пить. Здесь. Короче, мы где-то здесь. Вот здесь. Мы по-прежнему ищем, где покушать. Кушать можно много, где вон заведения, рестораны, бары, все есть. Но мы хотели бы поесть в какой-нибудь кебабной. Химки. Хотим? Вот, я бы хочу два кебаба, две бутылки пива и сесть вот там и просто поесть и попить. В общем, прикольно было бы. Идем, пойдем, посмотрим, что там вообще такое. Много казино выходит, этот центр, где все зажигают туристический такой, знаешь, пятачок. Ну да? Казино, казино, казино. 5 казино я уже насчитал. Атлантический банк. Может, туда зайдем? Давай. А? Ну,
по пиалку. Довольно все-таки сытые. Сытые. Че тут? О, пинта. Али, ларгер. И сразу же на выход. Маленькое помещение, и все смотрят футбол. Гуляем, продолжаем искать еду, включается солнце. Уже привыкли к морозу, уже не холодно. Уже можно идти. Уже нормально. Я коней напою. Предлагаю зайти в Aurelius Bar. Пойдем. Давай посмотрим, что в мини. Кстати, вон корабли. Видишь? Корабль там. Яхта. Это какой-то типа яхта. Пишется, что телек выключится через минуту. Весь бар смотрит матч. Если не нажмут на пульте, окей, все, конец игры. Все, телек больше не работает. Короче, Димон, сейчас добиваем это пивко, идем дальше искать что-нибудь еще. По европейского стиля. Смотри, везде лодки, видишь? Тут лодки. Тут моряки, там лодки. Этот официант написал название места, куда советуют подъехать. Говорит, там хорошая музыка, нормальная движуха. Можем подъехать и посмотреть, что да как, не? Как ты считаешь? Я согласен. Казино? Везде казино на каждом шагу. Но в казино мы не пойдем. Мы не для этого сюда приехали. Оль, все что нам надо, идем. Точно его возьмем, да? Ломжа, блядь? Давай. Что, зашли в забегаловку, короче, заказали еды. То, что мы искали, сейчас нам приготовят, и мы идем похаваем возле водички. Место, кстати, неприметное, сразу не увидели даже. Увидели только потом. Какое интересно. Вон там. Так что, ребята, вот такой головой. Реально надо знать места, куда пойти. Но движухи такой уличной нету, чтобы подъехать на машине. Толпа народу, музыка играла, зажигали. Не знаю, что-то такого, ну, что-то не наблюдается. Поэтому мы еще, наверное, на обратке заедем в этот бар, который нам официант дал. Посмотрим, что там. Воняет, короче, да. Это будет добавлять нам к вкусовым рецепторам определенный запах болота, блядь, туалета какого-то. Ну тут, да, здесь. Думаешь, тут засыпано или это от океана? Я думаю, от океана. Давай будем думать, что это от океана. Садись сюда. Короче. Мы добились своей цели, мы когда-то, буквально час назад мы стояли там и смотрели, как люди хавают. Набрали мы бургеров, картошечки, пиво. Короче, чем вкусно. Все поели, но мы определились с Димоном, что на это место, куда мы пришли, приходят все в основном бухнуть. Вот там сидит компания подростков, лет по 16, и, короче, бухают пиваса. Вот подошли еще каких-то два пассажира, достают булочки, короче, сейчас тоже достанут накатить по-любому. Не думаю, что они по пивасу прикалываются, там, скорее всего, по водочке больше. Тарелки, ну, короче, люди, да. Люди ведут передвижной образ жизни.
такие вот там сидят. Хорошо проводим время со своим братаном. Братаном в прямом смысле. Вон, маяедки там расходятся. Музыку слушают. Главное, детям по 16 лет, там музыку слушают примерно, которая втрое старше их. Ну, вдвое. Это интересно, молодцы. Они чем-то напоминают мне меня. Зажигают. Сейчас дождь будет, ребят, уходите. Гроза надвигается. Там нереальный дождь. Кормили мы чаек картошкой, помидорами от бургеров. Все, надо ехать. Заедем еще в тот бар, который нам рекомендовали. Посмотрим просто, что за место. Короче, мы потеряли бумажку, на которой официант записал адрес этого заведения, короче. Короче, мы туда не попадаем. Ни я, ни Димка не помнит название. Сашил, Кашил, что там, блядь? Саша. Шепап какой-то, фиг поймешь. Нет, что пап или бар, короче, точно. Короче, едем мы к дому, по дороге зайдем, может, в этот лодочный клуб, там, где Макарыч учится танцам, посмотрим. Давай посмотрим, он там на выезде все равно, как раз по ходу к нам. Андрей. Приехали мы на это место, где Марк танцует танцы. Ну, короче, они вон яхт-клуб. Там что-то, блин. Там какой-то движняк. Может, там красный здание-то? Да фиг поймешь, где. Ну, в общем, кстати, это место, я вообще даже не знал, что такое есть здесь. Прямо с дороги съезжаешь 100 метров, и пирс такой. Круто, я не знал. Реально тут много раз бывал, а про это место даже знать не знал. И видать не видывал. Все, короче, едем мы домой. Нормально, Димон, тебя как провел ты этих несколько часов? Да, счастлив. Счастлив? Ну, ты без меня. Короче, нормально покатались, было интересно. Мы не нашли никакой нормальной движухи, к сожалению. Видно, мы не там искали. Адрес просрали этого клуба. Короче, едем домой отдыхать. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока. Удачи.